Так, добрый день. Купил котлеты рыбные, тресковые. И обращаю внимание на состав. Фарш ментая. Вот, поэтому яйца, это вода, сухари. Вот самое интересное. С одной стороны, кстати, вот ставишь котлеты рыбные, тресковые. Ну, берешь как рыбные. Тут тоже рыбные. Вот тут фарш ментая. Купил со скидкой 37 рублей. Тут состав довольно большой. Так. Фарш ментая, вода, мука пшеничная, сухари панировочные, лук, мука, соль, белок молочный, продукт яичный. Странно такое название, продукт яичный. Не яйца, это как продукт молочный, сахар, пищевые добавки, смесь пряностей, специй, усилители вкуса и ароматов. Е621, Е627, Е631. Е316, лимонная кислота, ароматизатор, фермент трансгламинат. Вот такой состав, приготовление размораживая, обжарить с двух сторон на разогретой с небольшим количеством растительного масла. 7-10 минут. Ну что, приступим? Внимание, возможно попадание мелких косточек. Даже вот так бывает. 73 рубля стоило со скидкой. Так, она 100 с чем-то. Рыбные тресковые котлеты с фарша ментая. Довольно так забавно звучит. Конечно. Народ поведется на слово везде. Котлеты рыбные, тресковые, везде тресковые. Ну что ж, идем жарить и пробовать. Вот такие вот. Котлеты там 4 штуки. На вид обычный котлет. Жарится, кстати, ну запах очень вкусный. Это не реклама, это просто решил попробовать пожарить. Котлеты из трески с фаршем ментая. Ладно, хоть там котлеты не котлеты попробовал. Даже, честно говоря, не впечатлили. Ну, есть можно? На такую цену-то. Ну, чувствуется, что там есть рыба. Может даже ментай. Ну, не треска.